Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Решила освоить новый пласт так называемой современной развлекательной литературы и среди тонны томиков выбрала серию «Волшебная академия», автор Марина Ефименюк. Название «Скандал в Институте благородных девиц». Привлекла аннотация, все же про пишущих особ эта книга. Разумеется, стало любопытно хоть что-то узнать об авторе творения. Работает она в основном в жанре фэнтези с 2006 года. И по настоящее время ею издано 30 сочинений. Итак, волшебная фэнтези «Скандал в Институте благородных девиц». Главная героиня София Вермонт учится на последнем курсе, отличница, специалист по изящной словесности, имеет жуткую тайну. Во-первых, ей надо оплачивать учебу своей сестры в пансионе. Во-вторых, оплачивать-то нечем. И она находит чудесный выход. Под псевдонимом Бэвис Брос пишет безумно популярные эротические романы, нашпигованные интимными подробностями. Источником ее сюжетов и описаний является, кроме воображения, конечно, справочник о плотских утехах с картинками. Ее лучшая подруга, фея Рита Пипати, тоже не промах. Она придумала нехитрый способ заработать. Покупала новый любовный роман, делила его между участницами литературного клуба, которые переписывали его, а студентки затем выстраивались в очередь, чтобы прочитать Бэтиза Броза, братьев Гримальди или новую Золушку Шарли Пьетро. Но опаснее всех, конечно, Бэвис Брос. Он безумно популярен, а тут еще влюбил и обесчестил дочь мэра волшебного королевства. Но мы-то понимаем, что это невозможно, ведь это София. В институт под видом рассеянного учителя законоведческого отделения прибыл детектив Кристоф Ленар. Именно он должен отыскать этого вредоносного сочинителя пагубных романчиков. Во многочисленных отзывах отмечается невероятный юмор, острый язык Софии, любопытные детали, драконы, летающие 3000 шиллингов, стремительное развитие любовной линии, ведьмы. Кстати, есть даже фей мужского рода. А юмор заключается, например, в названии привязавшегося к Софии дракончика или крысеныша по имени Суслик. А дурашка, так она называет любимого преподавателя. Белоснежка и семь рыцарей, популярный роман София. Мужика-неделька. Короче, такой вот эротический юморок. Но сколько почитателей у Марины Ефименюк? Классика отдыхает. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».